Промышленный парк в каждый район Белгородской области. На оперативном совещании регионального правительства была представлена программа развития промпарков. Именно они призваны стать новыми точками роста белгородской экономики. Я считаю, что в каждом районе должен быть свой технопарк, и это должно быть лицо, на которое, посмотрев, можно сказать, определить, ага, как здесь бизнес поддерживается, как он развивается и в целом, как развивается район. Одна из индустриальных площадок более 5 лет успешно работает в Белгородском районе. Это промпарк «Северный». Сегодня на площади в 25 гектаров разместились 22 резидента, в том числе промышленные предприятия фармацевтического кластера. На площадке создано 700 рабочих мест. В настоящее время принято решение об организации второй очереди парка. Его площадь увеличится до 40 гектаров, а число резидентов – до 30. Сейчас в регионе действует 6 технопарков. Еще 7 проектов находятся на стадии формирования. Ведется строительство и реконструкция промзон в Белгороде, Старом Осколе, а также Алексеевском, Шебекинском и Белгородском районах. Помимо этого, уже определены перспективные для развития площадки еще в 8 муниципалитетах общей площадью свыше 500 гектаров. Задача реализации данных планов по развитию промышленных парков и технопарков является создание в 2020 году не менее 20 территорий по развитию промышленности с размещением на них не менее 200 резидентов и созданием порядка 7 тысяч новых высокообразованных рабочих мест.